Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в VR. Я уже нахожусь внутри виртуальной реальности. И посмотри на мои здоровенные металлические руки. Как ты думаешь, кто я? Нет, ты не угадал. Я не человек в крутых перчатках. Я робот! Чтоб его... Так что будем сегодня калашмарить других роботов, а может и крушить города. Я вот правда не знаю, я злодей или хороший. В общем, в первый город мы направляемся, вот в этот вот, небольшой. Посмотрим, что там делать надо. Хо-хо, людишки, здорово. Знаешь, это похоже на Тихоокеанский рубеж. Так, а что мы здесь умеем делать? Мы можем перемещаться. Ну, это в любой игре VR-овской можем перемещаться, да? Это не новость. А можно мне самолетик схватить? Они так низко летают, засранцы. Ну, хотя как низко. Ладно, попробуем что-нибудь здесь сделать. Что мы умеем? Руки в кулаки. Давай попробуем расколошмарить это здание. Так. Смотри, у нас есть счет и время. Счет у нас 11:25. Блин, пролетел так близко. Надо было его схватить. Не успел. Ну ладно. Смогу я ее, интересно, взять? Давай вот закончик. Хопа! Это похоже на... Но, блин, я не так хотел. Я хотел ее схватить и кинуть, как копье, типа вот так. Чух! Блин, опять пролетел рядышком. А, кстати, как насчет машинок? Машинка моя, иди сюда. Вот так вот. Получено достижение. Ха-ха. Вывалится оттуда что-нибудь, кто-нибудь, нет? Нет. Ладно, тогда кидаем в башню вот так вот. Хопа. Прикольно. Вот это мощь. Вот это сила. Так, надо разрушить вот это здание, да? Пойдем возьмем высоточку. С двух рук вот так вот возьму. Ой. Чё спасло не по плану. Ладно. Что еще можно взять? О, можно выйти. Дверь появилась. Типа я счет набрал максимальный. Но нет, подождите, я хочу взять высотку и просто раскрушить здесь все к чертям. Нет, эта высотка не хочет ломаться. О, нифига себе. Мостик. Я могу его разрушить? Не, мостик не рушится. Черт. А эти че? О, прикольно. Не, мостик не ломается, печальчик. Зато вон там что-то сломать могу. Пойдем туда. Похоже, это знаешь что? Это этот, как его? Для кораблей огонек-то. Как он называется-то? Маяк, о! Был маяк, а нет маяка. А как насчет лодочек? А, я в воду не могу заходить, смотри-ка. Меня парализует, однако. О, прикольная вещичка, классная игрушка. Можно крюком кого-нибудь зацепить? Лодку вон ту. Вот так вот. Нет, нельзя. Тогда топим лодку. Сколько машинок, давай покатаю я тебе. Человек? Есть человек или это инопланетянин? Подожди, куда это ты бежишь? Я тебя хочу схватить. Ты кто такой? Полученное достижение. Ты кто такой, а? Можно тебя схавать? О, щекотно. Нет, его нельзя. О, смотри, там еще один бежал, он куда-то спрятался. Так, ладно. Если я тебя вот так вот отпущу. Ты живой? Братиш. Он, кажется, сдох. Виу-виу-виу-виу-виу. Под... Гаишники подъехали и сбили его еще. Да, блин. Виу-виу-виу, зона пришествия. Подвиньтесь, товарищи, подвиньтесь. Вот так вот. Наехали на чувака. Так, ладно. Хватит играться в детские игрушки. А, пойдем рушить мир. Мы все-таки же злодеи. Так. Че это у нас? Кран. Вон туда, где куча... Где куча машин? Я что-то случайно сломал. Блин. По дому можно погулять. Смотри, я поднялся на дом. Я царь горы. Царь горы. Йоу. Так. А могу я у себя из-под ног убрать? Оу, смотри, как я еще умею. Я могу опускаться. Сломать этот дом. Ну как опускаться? Как-то странно. Это может быть прыжки? Что это такое? О! Крутяк. Вон что. Я типа могу в днище уйти, под землю. Ну прикольно, что. Так. Пойдем прогуляемся под мостиком, посмотрим, что у них тут. Ребят, здорово. Я в мостик подмещаюсь. О, круто. Я под мостом и такие руки. Ба! Я что-нибудь кого-нибудь там хватаю. Нет, что-то никого нет, слушай. Не могу никого схватить. Подожди, а давай, значит, куда? Вот так вот, из-под моста вылазим.
Машинку краду и обратно под мост. Что-то я ее не схватил. Но все ок, все ок. Ребята, все ок. Все ок, парни. Давай возьмем вот эту красную машинку и... Ну почему она не взялась? Почему ты не взялась? Съездить в киношку. Это же киноха была. Пойдем сходим. Да, это киноха была. О, подожди. Подожди, пошли в кино со мной. Пошли со мной в кино. Это, кстати, не люди, это роботы какие-то. Ну-ка. Ау! Ты живенький? А я тебе могу как-то... Блин, я хочу его растянуть. Нет, растянуть не получается. Тогда лети вверх! Я ловлю тебя! Не поймал. Ну, кстати, живенький, смотри, ему пофиг вообще. Так. Что здесь еще? О, кофейня! Кофешоп! Кофешоп, хочу кофе попить. Нет, кофе не попьется. Плохая кофейня. Так, что у нас здесь? На-на-на-на-на. Тух. Кья. Ребята, стойте, куда вы бежите? Подождите. Сейчас мы вас подкинем на верхний этаж, вот сюда. Иди, садись. Сейчас ты увидишь зрелищные бои. О, мне поближе надо подойти, подожди. Я-у! Тох! Тох! И теперь вот так. Пох! Тох! Вот это здание берем и... И все. Городка нету. Мне кажется, что нам нужно на выход. Или еще потусим здесь. Очков уже нету. Ладно, пойдем в другой город, а? Вот это... Что-то скучно. Тут какие-то люди стрёмные. Так. Ух ты. Нам открылся город с пушкой или что это такое? Пойдем-ка туда. Чё? Ядрён батон. Это кто такой? А это что такое? Чё я могу делать этим? Я думал, это лазер, но нет, нифига. Оу! Это пушка! Магнит, который притягивает. Все. Ты чё, офигел, самолет? А ну иди сюда, лети ко мне, иди. Лети. Нет, ко мне он не летит. А ну иди сюда. Наконец-то я тебя поймал. Самолетик. Так-то. Надо его запустить куда-нибудь. Лети! Нет, не полетел. Надо поймать целенький самолетик. Так, значит. А что эта пушка еще умеет? Кораблик не могу примагнить. Что за фигня? Что-то плохо все магнитит. Так. Оу, крутяк. Так, полезай. Круто. Вот с пушкой уже поинтереснее. Так, домик. Ой, блин, не так. Ты видел, с него, кажется, человек вылетел. Или мне показалось? Машинки, что-то там вылетает все. Наверх. Только вверх. И только в космос. Чё падает-то? На-на-на-на-на-на. Давайте вываливайтесь все оттуда. И летите вон в те башни. Минус одна башня. Ух. Блин, как трактир. Тух. Жалко, в другой руке нет пушки. А, во, можно вот так вот пере... Можно, конечно, в другую руку взять, но мне хочется две пушки. Интересно, башню притяну, нет? Башню притянул. Ой, я не хотел так. Так, лучше в другую руку возьмем обратно. Жух. Тих. Вау. Да. Все, я максимум получен на достижение. Дестрой гигабит. Все, можно отсюда валить. Но я хочу сходить вон туда. А, он находится на другом острове вообще, то есть до него не добраться даже. А ну-ка иди сюда. Пульнем. Попаду, не попаду. Не, нифига, не достает. Блин, ну классная штука, чё? Вот так берешь, притягиваешь, вот у тебя молоток. Подходишь к домику и такой, ой, рука что-то отлетела. И вот так вот. Опа! И все. Сделал все свои проказные делишки. Мне кажется, что можно отсюда выбираться. А, подожди, вот он, человечек. Человечек, стой. Я тебя хочу. Люди, кстати, не примагничиваются. Стоямба, куда это вы бежите? Нифига себе, вы шустрый. А ну иди сюда. Кого-то утопил? Случайно. Ребята, я не хотел никого утопить. А вот теперь я хочу утопить. О-хо-хо. О-хо-хо. На! Робот несчастный. Так. Фига себе, вот это я подрыв устроил тут.
Ладно, пойдем в двери, выйдем. Посмотрим, что дальше будет. Какие возможности? Выходим. Следующий городок, это у нас... О, а там, смотри, есть молот. Там роботы какие-то. То есть в каждом городе нам будут открываться какие-то возможности. Ладно, пойдем здесь еще дорушим. Я вернулся! Что-то тут мне мешает. О, стоять! Вот так. Машинка, иди сюда. Да, блин. Вот это здание хотел разрушить, а она как-то не получалась. Пойдем, пройдемся. Погуляем по местной улице. Оп. Как-то у меня странно пушка работает. Вроде в руках была. Макдональдс. Я Макдональдс. Я за ЗОЖ. Я недовольный посетитель. Как тут все классно рушит. О, кома, кома. Пойдем-ка сюда. Я кулаками давно не работал, да? Где мы? Кулаки. Эй, рука, ты что-то как-то не так. Поднимайся. Ну, поднимайся, дорогуш. Ну, спасибо. А рушить-то уже нечего. Пойдем сюда. Открывайте! Не-не-не, надо по-другому, подожди. Дубль 2. Да что ты будешь делать? Пушка все ломает. Тук-тук. Кто там? Открывайте, это дезинфекция. Мне ничего не нужно дезинфицировать. Тогда я иду к вам. Бах! Я знал, что у тебя нужно провести дезинфекцию. Засранец. Так. Че, в принципе, здесь все. Идем в следующий город. Пошалили тут немножечко. Хватит. Ой, далеко как-то выпульнул. Выход. Так, в следующем городке у нас нет пушки. Мы чисто работаем руками. Ну ладно. Пойдем подеремся. Че это за фигня какая-то? Опа! О, прикольно, новый метод. Вот так, да. Бах! Крючок. Бах! Ну-ка. Да! Да! Мощь! Как я обожаю это делать. Так. Встаем посередине. Блин, не получилось. Блин, осколок. Да что ты будешь, они исчезают у меня из рук. Хо! Хопа! Заходим в густозаселенный район. Как здесь узенько, надо расширить уличку. Вот так вот, расширение. Хочу шире. Так, все. Теперь здесь шире, просторно. Зашибись. Фух, что-то я подпотел немножечко. Столько работы. Давай, может быть, на вышку взберемся. Угу, далеко гляжу. Оп. Оп. И сюда тоже. Ну вот, нет вышек. А есть выход? Выход. Сколько мне чая еще надо наварить? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть и времени мало. Все, набрали чай. Без пушек скучно, пошли отсюда. О, да, новая пушка, новый ствол, пошли скорее туда. Так, и что это получено достижение? Это, по-моему, пушка-вихрь. Ах ты, самолетик. Ну что ж, давай запустим вихрь. Давай на дороге, он... Опа, попался, засранец, а если я тебя отпущу, он падает. Все, уничтожили самолетик. Ну давай вихрь запустим вот туда, вот к машинке. У-ху-ху, круто! Вот это мне нравится. Я еще этим вихрем и управлять могу? Обалдеть. Вот это круто. Так, самолетики бы какие-нибудь засосать. А ну-ка в воде. У-ху-ху! Крутяк, и в воде тоже работает. Обалдеть. Пойдем пляж снесем. Вот здесь вот на пляж заходим. Блин, жалко, что маленькие всякие деталюшечки, типа зонтики и лежаки, они не засасываются в вихрь вместе с деревьями. Ну, что поделать. Тогда пойдем сделаем вихрь прямо в центре вот тут. О, да! О, да! Ништяк! Туда, теперь вон туда на строечку заходи. На строечку. Блин, он недолговечный, это печально. Жалко, нельзя несколько вихрей запустить сразу. Угу, сколько там всего летает. Обалдеть. Все, набрали очечек. Так,
Ништяк. Ну все, можно отсюда валить. Вихрем наигрались. Кстати, а как насчет человечка? Человечки, где-то я вас видел. Вихрь здесь, человечки не засасываются. Ну, что за беспредел, а? Разработчик схалтурил. Так скучно. Скукотища. Ладно, пойдем в следующий город.